Вот, друзья, резвится морское животное, такая выдра океаническая. Вот. Не путайте с морскими львами. Да, с морскими львами. Совершенно отдельное животное. А мы с вами, как всегда, в Санта-Крус на бережку с утра гуляем. Надо сказать, друзья, что океан, и вы, наверное, знаете об этом, океан меняется постоянно. И тут облака тоже очень в такой динамике находятся существенно. Вот я вам хочу показать, какие красивые тут перистые облачка сейчас. Ну, их природа настругала. На своей терке. Да, красиво, красиво. Я вам, друзья, показываю ноги. Почему ноги? Потому что тут много ног. Эти ноги все ходят в разные стороны. Но вот почему-то в данный момент больше ног в ту сторону, куда и мы тоже идем. Вот. Сколько сейчас времени, Свет? Часов 11? Пол двенадцатого? Угу. Мне кажется, пол одиннадцатого. Ну, не суть. Пол двенадцатого. Как же? Да. Ну, ладно. В общем, на ноги ходят, бегут. Люди, владельцы этих ног, дышат свежим воздухом. Велосипедисты. Да, туда неожиданно сзади возникают. Я не вижу. У меня нет глаза на затылке, но я могу повернуться и посмотреть, что у нас там сзади. Тоже бегут и тоже движутся, и разных возрастов. Хорошо. А вот люди, так. Человек занимается чем-то. Ты говоришь, йогой. Может, это ушу какой-нибудь там, я не знаю. Я совершенно не разбираюсь. Но вот он явно под какое-то животное косит. Какие-то зверские какие-то у него движения. Звериные. Друзья, слева нас обгоняют молодые тела. Они бегут. Так. Вообще, такое ощущение, что мы куда-то попали, Свет, где все бегут, а мы тут непонятно что делаем. Да, некоторые просто ходят. Некоторые... Да. Все ходят голые. Света, это сегодня Thanksgiving, да, и надо терку кушать. Да, да. А вот Black Friday, это завтра? Угу. Расскажи, что это такое Black Friday? Ты знаешь, сегодня как бы происходит подмена понятий, потому что все большие магазины написали на своих веб-сайтах, что, ребята, не толпитесь в магазинах, Black Friday можно все купить онлайн. Так. Потому что раньше, когда не было интернета, ломились магазины, занимали очередь с утра, и все, что было на прилавках, оно утерялось. Были случаи, погибали люди там. Да, и сметалось. А теперь не надо никуда ходить, сидишь на компьютере, там начинаешь шепот 6, там, не знаю, сколько с полу начинаешь. Послушай, если у нас люди на том берегу на 3 часа раньше просыпаются и начинают ходить по магазинам, то мы можем проснуться по их времени? Ну, если ты хочешь что-то купить, я думаю, что начинается Black Friday с Midnight. Случае сегодня на завтра. Так. Поэтому, ну, это акую, хочешь, жди, шопай и так далее. Ну, что-то мы как-то не участвуем в этом движении. Ну, а что нам как-то не надо? Да, сейчас уже такие тенденции пошли, что вот можно пойти там на веб-сайт и купить нормально. А я помню, был такой сервис, он по телевизору работал. И они, значит, там... продавали, как он назывался, я не помню, продавали по телевизору. Да, TV-шоппинг клаб, как-то он назывался. Да, да, да. И вот там, значит, там чемоданчики, там ювелирку какую-то, посудку. И вот они и цену сбивали, и в итоге отдавали там за что-то. И вот они были первые, Home Shopping Club, или как он назывался. И вот эти люди, они, эта компания, первыми оказались на интернете из всех остальных. И был громкий анонсмент, что они... выходят такого-то числа, значит, можно будет этот шопинг делать по телевизору. Уже не по телевизору, а на компьютере. И, но для того, чтобы покупать, надо было регистрироваться, то есть создать аккаунт. И вдруг обнаружилось неожиданно, что 40 минут занимает зарегистрироваться, потому что сервер был слишком медленный, и никто не ожидал. То есть они не делали того, что сейчас называется... лоуд-тестинг.
друзья, вы знаете, я люблю показывать красоту, потому что не показать красоту и мир никому спасать. Вот наши, я даже боюсь сказать, вы очень сильно во времени там разошлись. Это да, наши выпускницы, да, они гуляют тут. 10-15, я думаю, наверное, да, я, во времени. Нет, я с 2006-го. А я 84-го. Нет, ну 80 точно не годится. Не, 80. Нет, 90 какого? 94-го. Прямо так вот? Да, Миша. Ты что, 20 лет уже в профессии? Конечно. Нет, да, 94-го. Друзья, берите пример с девушек. Сначала немножко потрудился, а теперь можешь гулять вдоль берега океана. И все еще в профессии. И все еще в профессии. Обе. Спасибо, Миша! Так, руками помахали. Так, спасибо, всем. А можете Миша. Воздушный поцелуй? Так вот, ну, задумайте. Забыла уже, вот. Спасибо. Красиво. Я не знаю, что сегодня, вот что особенного в сегодняшнем дне. Но... Синее небо, абсолютно полное отсутствие волн. Вот это синяя абсолютно вода изумрудная. Синяя. Нет, изумрудная – это зеленая свет. Ну, это синяя очень такая. Так. Небо такое все красивое в этих перистых облаках. Это, оно даже сейчас красивее, чем когда оно просто голубое. Вот эти облака, они дают свою прелесть. Это просто голубое, как бы неинтересно даже. Так. А вот эти облака – это просто… Уже присыщенные, значит, все. Просто голубое им не годится. Собаки пьяные. Собаки не пробуют, нас друг друга не кусает. Игра. Да. Вот она, собачья жизнь. Надо убегать. А то догонят. Нет, они играют. Они играют. Вот, видишь, они зашли вместе. Это просто она так дразнит и убирает. Вот они, да. Не нашего пьют. Чарлика тут нет, он будет всех. А вот прыгает черный никак. Да, не перекусал. Вот такая комбинация интересная. Смотрите, крестик, там бах. Это лютеранская церковь.